матча, пожалуйста, пройдите к автобусам. Здесь же присутствуют переводчики для вашего удобства. Те из вас, кто прибыл на стадион на личных автомобилях, мы просим оставаться на своих местах до тех пор, пока не будет открыт проход на стоянке. Время ожидания от получаса до одного часа. Спасибо за внимание. Thank you.
In de blessuretijd is het 3-0 geworden voor FC Twente. Opnieuw een doelpunt van onze eigen nummer 9, Luc! En dan wil ik jullie nog even vertellen dat Luc de Jong vandaag man of the match is.